За последние годы облик нашего города существенно изменился. Работы по благоустройству не прекращаются и по сей день. На этот раз, помимо эстетической стороны, затронутой оказалась и спортивная составляющая. Во дворе домов 17, 18 и 19 по проспекту Ленина вырастет площадка для спортсменов, занимающихся воркаутом. В прошлом году группой ребят, спортсменов конаковских, была написана петиция на имя главы города, на имя совета депутатов с просьбой установить площадку для воркаута в нашем городе. Вот и в этом году мы выполняем эту просьбу. В переводе с английского воркаут означает тренировка. Это любительский, активно развивающийся вид спорта, приобретает широкую популярность по всему миру. Он включает в себя выполнение различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Основной акцент делается на работу с собственным весом, развитие силы и выносливости. В городе Конаково такого уровня это первая площадка. Есть, конечно, турники у нас и брусья, но они в плачевном состоянии, а это современный комплекс. Здесь 7, по-моему, или 8 элементов различных для спортсменов именно воркаута. Работы по строительству по плану завершены уже 8 августа. Юные уличные гимнасты из числа подписавшихся под петицией, а таких оказалось как минимум 150 человек, уже готовы приступить к тренировкам. Мы очень рады, что нам наконец-то во дворе построили вот такую замечательную площадку, где можно подтягиваться, заниматься на брусьях и качать свой пресс. Мы ждем не дождемся, пока ее достроят. И очень этому рады. Совет депутатов города Конаково надеется, что благодаря таким оборудованным комплексам воркаут станет широко известен молодежи нашего города, и тем самым площадка поспособствует развитию здорового образа жизни. К слову, в этом году некоторые элементы уличной гимнастики могут быть внедрены в программу физической подготовки российских военных.